58-я отдельная мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины уничтожила очередную переправу оккупационной российской армии через реку Северный Донец. Об этом сообщили украинские телеграм-каналы. Согласно сообщению, российские оккупационные силы в течение 4 дней несколько раз пытались построить переправу через реку. За 4 дня безуспешных попыток оккупационная армия потеряла более 70 единиц техники и 2 батальона пехоты с инженерами. Оккупанты бросили технику и вплавь переплыли реку.